Столичная детская Морозовская больница отмечает юбилей. Клинике 115 лет. Более века здесь оказывают помощь маленьким пациентам, причем не только из Москвы. В новом корпусе больницы сегодня прошла конференция педиатров, где специалисты обсудили актуальные вопросы своей работы и современные технологии. В больнице появилось 16 новых отделений. Со времени открытия корпуса врачи уже успели оказать помощь 125 тысячам пациентов. Среди них и 9-летний Никита из Саратовской области, у которого был очень сложный перелом. Лечит нас хорошо. У нас уже 2 операции были, и все очень хорошо, все изумительно. Вот, как видите, сами сидит пример. У нас высочайшая квалификация, а главное, это то, что одновременно 24/7, как сейчас модно говорить, дежурит уникальная мультидисциплинарная бригада. 14 специалистов одновременно 24 часа могут подойти к ребенку со сложным диагнозом. Не побоюсь этого слова, такого нет в России и такого практически нет в мире.